В Павлодарской области мужчина впал в кому после игры в кок-пар. По данным полиции, 27-летний наездник получил тяжелые травмы во время конных состязаний. Сообщается, что он упал вместе с лошадью. Несчастный случай произошел в селе Жанаколь Баянаульского района. Там проходили торжества в честь 165-летия писателя и философа Машхура Жусупа Купеева. В программе были конные соревнования и кок-пар. 27-летний наездник участвовал в национальной игре и после неудачного падения сильно травмировался. Сейчас он находится в реанимации. Мужчина госпитализирован в больницу экибастоза. Его состояние крайне тяжелое. Департаментом полиции Павлодарской области по данному факту проводится проверка. Пациенту проведено всестороннее обследование, диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, субарахноидальное кровоизлияние. На сегодняшний день состояние пациента остается крайне тяжелым. Пациент в коме, находится на искусственной вентиляции легких.